Здравствуйте, с вами Стратилатова. Мы продолжаем изучать элементы линейной алгебры. На сегодняшней лекции мы рассмотрим системы линейных алгебраических уравнений и основные методы их решений. Система линейных алгебраических уравнений, кратко СЛАУ, называется система вида звездочка. Здесь числа А и Ж – это коэффициенты системы, числа, стоящие в правых частях уравнений, Б и Т – свободные члены, Х, Ж, Т – неизвестные. Решением системы уравнений называется набор значений неизвестных, при подстановке которых в систему каждое уравнение обращается в тождество. Система линейных алгебраических уравнений может не иметь решений, такую систему будем называть несовместной, иметь единственное решение или иметь бесконечное множество решений. Решить систему значит найти все ее решения или доказать, что она несовместна. Выпишем отдельно коэффициенты системы, неизвестные, свободные члены и составим из них матрицы. Обозначим матрицу из коэффициентов системы А, будем называть ее основной матрицей системы, столбец неизвестных Х, столбец свободных членов B. Тогда систему линейных уравнений можно записать в виде матричного уравнения АХ равно B. Также информацию о системе можно представить в виде так называемой расширенной матрицы системы. Это матрица, у которой первые n столбцов – столбцы основной матрицы, n плюс первый – последний – столбец свободных членов. Расширенную матрицу будем обозначать А с чертой. Перейдем к рассмотрению основных прямых методов решения СЛАУ. Это матричный метод, метод Крамера, метод подстановки и метод Гаусса. Матричный метод применим для систем, где число уравнений равно числу неизвестных и определитель основной матрицы отличен от нуля. При указанных условиях существует матрица, обратная к А, и чтобы найти неизвестную х, умножим обе части матричного уравнения АХ равно b слева на А в минус 1. По определению обратной матрицы произведение А в минус 1 на А дает единичную матрицу. Умножение единичной матрицы на любую подходящего размера ее не меняет. Отсюда получим формулу для нахождения неизвестной матрицы х. Пример. Решим систему линейных уравнений. Выпишем основную матрицу, столбец неизвестных и столбец свободных членов. К решению этой системы можно применить матричный метод. Так как число уравнений равно числу неизвестных, определитель основной матрицы был вычислен нами ранее, он равен минус 12, отличен от нуля. Подставим формулу для отыскания х. Столбец неизвестных, столбец свободных членов, матрицу А в минус 1. Она была вычислена нами ранее в лекции номер 1. Выполним умножение матриц, умножим матрицу на число. В полученной цепочке равенств первая и последняя матрицы равны. Очевидно, что это выполняется при условии равенства соответствующих элементов. То есть х1 равно 1, х2 равно 2, х3 равно 3. Это искомое решение. Убедимся в правильности результата. Подставим в систему найденные нами решения вместо х1 – 1, вместо х2 – 2, вместо х3 – 3. Как видим, каждое уравнение системы обратилось в тождество, значит решение найдено верно. Следующий метод решения систем линейных уравнений по формулам Крамера. Применим матричный метод в общем виде, например, к решению системы трех уравнений с тремя неизвестными, при условии, что определитель основной матрицы системы отличен от нуля. В этом случае столбец неизвестных будет состоять из трех элементов х1, х2, х3. Столбец свободных членов также содержит три элемента. Матрица А в минус 1 приведена в общем виде. Смотри лекцию номер 1. Выполнив действие в правой части, мы придем к равенству двух матриц столбцов, которое выполняется при условии равенства соответствующих элементов. Таким образом, мы получили формулу для нахождения неизвестных х1, х2, х3. Введем следующее обозначение. Обозначим дельта – определитель основной матрицы системы. В дальнейшем будем называть его основным определителем. Дельта 1 – определитель, который получается из основного заменой первого столбца столбцом свободных членов. Дельта 2 – определитель, который получается из основного заменой второго столбца столбцом свободных членов. И, наконец, дельта 3 – определитель, который получается из основного замены третьего столбца столбцом свободных членов. В указанных обозначениях найденные ранее равенства для х1, х2, х3 можно записать кратко. Убедимся в этом. Ну, например, рассмотрим формулу для вычисления х1. В знаменателе стоит действительно дельта,
В числителе определитель дельта 1, который вычислен по свойству своих дополнений разложением по первому столбцу. Полученные формулы называются формулами Крамера для системы трех уравнений с тремя неизвестными. В общем случае, если число уравнений равно числу неизвестных n и определитель основной матрицы системы не равен нулю, то справедливы формулы Крамера. Xj находится как отношение ΔJ к дельта, где дельта – основной определитель системы. ΔJ получается из дельта замены житого столбца столбцом свободных членов. Решим систему двух уравнений с двумя неизвестными. Основной определитель этой системы равен 7, отличен от нуля. Вычислим вспомогательные определители системы. Дельта 1. В основном определителе вместо первого столбца ставим столбец свободных членов. Получим 21. Дельта 2. Вместо второго столбца в основном определителе ставим столбец свободных членов. Дельта 2 равно 7. Воспользуемся формулами Крамера. Х1 равно дельта 1 делить на дельта 3. Х2 дельта 2 делить на дельта 1. Ответ. Х1 равен 3, Х2 равен 1. Метод подстановки решения систем линейных уравнений изучался в курсе средней школы. Напомню его на примерах. Пример первый. Решим систему методом подстановки. Для этого рассмотрим, например, второе уравнение и выразим из второго уравнения х1. Найденное выражение для х1 подставим в первое уравнение. Теперь нетрудно из первого уравнения найти значение х2. Для этого раскроем скобки, перенесем слагаемые, содержащие х2, в левую сторону, остальное в правую. Откуда получим? Х2 равно 0,5. Найденное значение для х2 подставим в выражение для х1. Вычисления дают. Х2 равно 0,5, х1 равно 2. Таким образом, мы получили ответ. Решение системы х1 равен 2, х2 0,5. Решим методом подстановки систему трех уравнений с тремя неизвестными. Очевидно, удобнее ее решать, начиная с третьего уравнения. Выразим из него значение х3 и найденное значение 3 подставим во второе уравнение, откуда нетрудно будет выразить значение х2. Из второго уравнения находим х2. Найденное значение для х2 и х3 подставим в первое уравнение для определения последним неизвестной х1. Откуда получим? Х1 равен 1, Х2 равен 2, Х3 равен 3. На практике для решения больших систем линейных уравнений используются соответствующие пакеты программ. Например, в приложении Excel можно использовать вкладку «Поиск решения». Рассмотренные нами ранее матричный метод и метод Крамера имеют некоторые ограничения. Основная матрица должна быть невырожденной, то есть квадратный определитель которой не равен нулю. Одним из наиболее универсальных методов решения систем линейных уравнений является метод Гаусса. Здесь число уравнений не обязательно должно быть равно числу неизвестных, а в случае, если число уравнений равно числу неизвестных, основной определитель системы не обязательно должен быть отличен от нуля. Основанием метода является следующий факт. Если в системе переставить местами уравнения, умножить любое уравнение системы на ненулевое число или сложить любые уравнения системы, то полученная после таких преобразований система будет иметь то же решение, что и исходное, или являться несовместной, как и исходное. Такие системы называются эквивалентными. Напомню определение расширенной матрицы системы. Это матрица, первые n столбцов которой столбцы основной матрицы, n плюс первый столбец – столбец свободных членов. Очевидно, расширенная матрица системы содержит всю информацию о ней. И произведя элементарные преобразования над ее строками, получим эквивалентную матрицу, которая является расширенной матрицей системы, эквивалентной исходной. Метод Гаусса включает два этапа. Первый – прямой ход, элементарными преобразованиями над строками. Приводим расширенную матрицу системы к треугольному или трапециевидному виду. То есть под элементами с одинаковыми индексами должны стоять нули. Рассмотрим этот этап пошагово. Шаг первый. Просматриваем первый столбец. Его первый элемент может быть равен или не равен нулю.
Если он не равен нулю, то элементарными преобразованиями над строками добиваемся нулей в первом столбце под этим элементом и вписываем в новую систему эквивалентную исходной уравнение, отвечающее первой строке. Если этот элемент равен нулю, то ищем ниже по первому столбцу отличный от нуля элемент. Меняем местами соответствующие строки и повторяем процедуру, то есть элементарными преобразованиями добиваемся нулей в первом столбце под первым элементом и вписываем в новую систему уравнение, отвечающее первой строке. На житом шаге просматриваем житый столбец. Присвоим индексу i значение g. Житый элемент житого столбца также может быть не равен нулю или равен нулю. В первом случае, если элемент а и g не равен нулю, элементарными преобразованиями добиваемся нулей во всем житом столбце под этим элементом. В новую систему уравнений вписываем уравнение, соответствующее этой строке, начиная с неизвестной xg. В том случае, если житый элемент житого столбца оказался равным нулю, ищем ниже по столбцу ненулевой элемент, меняем местами соответствующие строки, элементарными преобразованиями добиваемся нулей под этим элементом и вписываем в новую систему уравнение, отвечающее этой строке, начиная с неизвестной xg. Возможен также случай, когда во всем житом столбце, начиная с житого, все элементы равны нулю. В этом случае впишем в систему уравнений тождество, начиная с xg, 0xg плюс 0xg плюс 1 и так далее равно нулю. И на следующем шаге индексу i присвоим значение g минус 1. Преобразование на первом этапе выполняем, пока под всеми элементами с одинаковыми индексами не добьемся нулей. Второй этап метода Гаусса, так называемый обратный ход. Полученную новую систему уравнений решаем снизу вверх методом подстановки. Замечание. Если число уравнений меньше числа неизвестных, то в новую систему уравнений дописываем тождество таким образом, чтобы она приобрела треугольный вид. Второе. Если число уравнений больше числа неизвестных, то после первого этапа в новую систему дописываем все оставшиеся уравнения, начиная с n плюс первого, которые не являются тождествами. Пример номер один. Решим методом Гаусса систему трех уравнений с тремя неизвестными. Первый этап. Прямой ход метода Гаусса. Составим расширенную матрицу системы. Напомню, в матрицу нужно вписать коэффициенты системы и приписать справа столбец свободных членов. Наша цель – привести эту матрицу к треугольному виду. На первом шаге элементарными преобразованиями над строками добиваемся нулей в первом столбце под первым его элементом. Чтобы на месте двойки получить 0, нужно умножить первую строку на минус 2 и сложить поэлементно со второй строкой. Чтобы получить 0 в третьей строке на месте минус 1, нужно первую строку умножить на 1 и сложить с третьей. Выполним эти элементарные преобразования. Первую строку матрицы перепишем без изменений. Для того, чтобы получить 0, на месте двойки в первом столбце умножим первую строку на минус 2 и сложим с соответствующими элементами второй строки. Чтобы получить 0, в первом столбце на месте минус 1, прибавим к третьей строке первую, умноженную на 1. Результат впишем в третью строку эквивалентной матрицы. В полученной матрице проведем диагональ. Мы видим, что не все элементы под ней равны нулю. Требуется выполнить второй шаг. Элементарными преобразованиями добиваемся нуля во втором столбце под элементом минус 2. Первую и вторую строки переписываем без изменения. Затем вторую строку умножаем на минус 1 вторую и складываем с соответствующими элементами третьей строки. Второй этап. Обратный ход метода Гаусса. Новая система, эквивалентная исходной, имеет треугольный вид. Решая ее методом подстановки снизу вверх, получим x1 равно 1, x2 равно 2, x3 равно 3. Пример номер 2.
Решим систему четырех уравнений с пятью неизвестными. Выпишем расширенную матрицу системы. Мы видим, что не все элементы под главной диагональю равны нулю. Приступаем к первому шагу. На первом шаге просматриваем первый столбец. Его первый элемент отличен от нуля. Выполняем элементарные преобразования с целью получить нули в первом столбце под первым элементом. Для того, чтобы получить 0 на месте двойки, нужно первую строку умножить на минус 2 и сложить с последней строкой. Запишем полученную эквивалентную матрицу, а также впишем в новую систему уравнений уравнение, отвечающее первой строке. Переходим ко второму шагу. Просматриваем второй столбец, начиная со второго элемента. Его второй элемент равен нулю. Ищем ниже элемент, отличный от нуля, и меняем местами соответствующие строки. Выписываем полученную эквивалентную матрицу. Продолжаем второй шаг. Во втором столбце под вторым элементом необходимо получить нули. Чтобы получить нули во втором столбце под вторым элементом, умножим вторую строку на минус единицу и сложим с последней строкой. Выпишем полученную эквивалентную матрицу. Напомню, что на первом шаге в новую систему уравнений мы вписали уравнение, отвечающее первой строке. Сейчас на втором шаге впишем в систему уравнение, отвечающее второй строке, и перейдем к третьему шагу. Начинаем просматривать третий столбец с третьего элемента. Все его элементы, начиная с третьего, равны нулю. Поэтому впишем в новую систему тождество, начиная с x3. Четвертый шаг. Просматриваем четвертый столбец с третьего элемента. Выполняем элементарные преобразования с целью добиться нуля в четвертом столбце. Вписываем в систему уравнение, отвечающее третьей строке. Получили матрицу, под главной диагональю которой все элементы равны нулю. Так как число уравнений меньше числа неизвестных, то в систему уравнений впишем тождество. 0х5 равно нулю. Обратный ход метода Гаусс. Полученную треугольную систему решаем снизу вверх методом подстановки. Последнему уравнению этой системы удовлетворяет любое действительное число. Обозначим х5, например, альфа. Подставим х5 в четвертое уравнение, откуда выразим х4. Получим х4 равно минус 3 вторых альфа. Найденные значения х5 и х4 подставим в третье уравнение для того, чтобы определить х3. Получим уравнение для x3. 0x3 равно нулю. Этому уравнению также удовлетворяет любое действительное число. Пусть, например, x3 равно бета. Найденные значения x2, x3, x4 подставим во второе уравнение, чтобы определить x2. Выразив x2 из второго уравнения, подставим найденные значения для x2, x3, x4, x5 в первое уравнение, откуда выразим x1. Окончательно получим x1 равен минус 2 плюс 5 альфа минус 5 бета, x2 равно 1 минус 2 альфа плюс бета, x3 бета, x4 минус 3 вторых альфа, x5 альфа, где альфа, бета – любые действительные числа. Решения, получаемые при подстановке в общее решение конкретных значений альфа и бета, называются частными. Пусть, например, альфа равно нулю, бета – единице. Получим частное решение минус 7, 2, 1, 0, 0. Если альфа равно единице, бета равно нулю, получим другое решение. 3 минус 1, 0, минус 3 вторых 1. Если альфа равно 2, бета 5, еще одно решение. Минус 17, 2, 5, минус 3, 2. Таким образом, мы видим, что система уравнений имеет бесконечное множество решений.
Пример номер 3. Решим систему 4 уравнений с двумя неизвестными. Составим расширенную матрицу системы и на первом шаге проведем элементарные преобразования с целью получить в первом столбце под первым элементом нули. Для этого умножим первую строку на минус 2 и сложим с элементами третьей строки и четвертой строки. Выпишем полученную эквивалентную матрицу. В новую систему уравнений впишем уравнение, которое отвечает первой строке. Обратите внимание, что в полученной матрице под элементами главной диагонали все элементы равны нулю. Поэтому вписываем в новую систему уравнение, отвечающее второй строке. Так как число уравнений больше числа неизвестных, мы должны дописать в эту систему все остальные уравнения, не являющиеся тождествами. Это уравнение 0х2 равно 1. Так как оно не имеет решений, то и вся система не имеет решений. Другими словами, система не совместна. Замечание. Если столбец свободных членов состоит только из одних нулей, то такая система называется однородной. Однородная система всегда совместна. Она имеет как минимум одно решение, состоящее из нулей, так называемое тривиальное решение. В частности, если число уравнений равно числу неизвестных и определитель основной матрицы не равен нулю, то однородная система имеет единственное, то есть только тривиальное решение.